Ребята, привет! Вы на канале Энциклопедии игр. Сегодня играем в Стикмана, вторую часть, продолжение. 51 уровень, здесь были клоуны. Ключик висит, наверное, надо нажать на шарик. Точно. И ключик упал. Опс, осторожно. Так, так, давай. В дверь! Дверь открылась. 52-й ключ куда-то спрятался. Куда он спрятался? Не знаю, может где-то, мне кажется, вот здесь, наверное. Не, нет, смотри. Что-то. Может где-нибудь в начале тут? Нет. Все, короче, понятно, где он. Где? Вот здесь, может? О, точно. Я хотел это сказать. 53-й, другой механизм. Какой другой механизм? Что за другой механизм? О! Ой! Вот это механизм. Ага. Так, а как там быть-то, получается? Обмануть, что ли, его? Хоп. Хоп. Так тебе надо. Так, а если мы вот так сделаем? Опс. 54-й сбой в системе. О-о-о, опять тут. Все подзапулили? Да, смотрите. Блин. Ну я... и что, ты не запрыгнешь туда? Да ё-моё. Это вообще самое сложное такое. Ага, да, наверх ногами. Да. О, смотри, видела? Чего? Вот так вот, смотри, перелетел. Да. Все кнопки перепутаны. Теперь как поймешь, да никак. Вообще все, здесь уже легко. Не. 55-й, закономерность понятна. О, смотрите. Если мы прыгнем. Что за закономерность? Мы прыгаем, он открывается. Прыгай. А, надо нажать и удержать прыжок. Сумерки. Что такое сумерки? Сумерки, ну это видишь, как темно так. А. Почти как ночь. И в чем прикол? И все, что ли? Это легко. 57-й цвет имеет значение. Какой цвет? Давай возьмем ключ. Коричневый цвет имеет значение. О. О, о, ребятки, прикольно. Чем выше, тем лучше. А, вот так надо стоять. Стоим, ждем. А-а-а, чем ниже, чем хуже. Да, теперь чем, бежим. Чем выше, тем лучше, да? Ой, да, то есть стоим, ждем. Ну, стой. Потом быстренько пробегаем. До сюда. Побежали, побежали. Да ё-моё! Как так? Не знаю. Ждем. Какие-то как-таки. Какаки. Блин! О, Стикман стучался, видели? Да! Я же, говорю, я же это хотел тебе сказать. Когда я много ударяюсь от него, ага, то Стикман стучится, типа. Ё-моё. Эй, алло! Ты чё там, блин? Типа вот так. Эй, алло, ты чё там? Завис, что ли? Так, так, быстрее. Быстрее! Yes. 59-й, бей. Чё бить-то? Кого бить? Замок бить, может? Может, так? Кого бить? Кого бить? Может, его бить? А, о, замок надо бить. Несколько раз на замок нажали. А давай попробуем вот так. 60-й уровень, слишком много уровней. В чём прикол? Сколько у нас уровней? Я не пойму. Слишком много уровней. Кодовый замок. 60, может? 61, 2, 3. Может, 100? Слишком много уровней. И чё? Как? 79. Слишком много болячек. 80. Нет. Я знаю. Чё я знаю? 100 уровней, может? Нет. 250. Блин, друзья, и чё, как так? Давай 250. Я просто не знаю, как нам быстро это сделать.
Это мы сейчас так будем перебирать полдня. Нет, 200 дней будем сейчас. Да? Слишком много уровней. Ну, давай посмотрим, сколько у нас уровней. О, что-то там было 181. И что, 181? А, все, друзья, 60 уровней прошли, поэтому подписывайтесь на наш канал, напишите нам комментарий и поставьте лайк. И отправьте это видео каждым друзьям. Увидимся в следующих сериях. До скорой встречи. Пока.